Як не потрапити у тенети шахраїв? Поспілкуємося сьогодні з дівчиною, яка вже довгий час працює успішно за кордоном і знає всі нюанси такої роботи. Тож у нас сьогодні на зв'язку Олександра Шалагіна, заробітчанка з Польщі. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Олександр, розкажи, будь ласка, свою історію, коли вирішила збирати документи, що за час збирати документи, їхати працювати за кордон. Як це все сталося? Случилась такая ситуация, что в моей семье появились проблемы, мама заболела и нужны были средства. Естественно, что в Украине не было возможности заработать такую сумму, и я пришла к выводу, что нужно ехать работать, зарабатывать деньги, чтобы как-то помочь. И решила обратиться к своим знакомым. Естественно, что мой молодой человек уже работал в Польше, поэтому благодаря этим знакомым я сделала документы и приехала. Тобто в тебе був плюс в тому, що в тебе були знайомі, що ти не так переживала, що можеш потрапити, так, до якихось шахраїв, шахрайства якогось. Скажи, як відбувався взагалі весь процес пошуку вакансії, як підбирала собі вакансію, як збирала документи, які документи необхідні для того, щоб поїхати працювати за кордон? Для того, чтобы работать за границей, естественно, для начала нужно определиться с вакансией, для того, чтобы получить приглашение. Мне сразу дали несколько вариантов, на которых я могу работать. Я выбрала самый минимум, самый более мне подходящий. После этого мне сделали приглашение. На Украине я его получила по почте. Также у меня уже был готовый загранпаспорт, естественно, это очень важно. У меня он был не биометрический, а обычный. Я подала в Одессе, в консульстве подала документы, мне сделали визу, и я села на автобус Николаев-Гданьск и приехала. То есть самое главное – это иметь приглашение, чтобы оно было легальное, чтобы было не подделка с мокрой печатью, загранпаспорт. Но на данный момент люди сейчас едят еще по биометрическому паспорту, так? Но у меня данной возможности не было, то есть я ехала по візі, яку відкрила в загранпаспорті. Як обговорювали умови з роботодавцем? Що ти будеш виконувати, як це все відбувалося? І, можливо, скажи про... Чи можливо одразу знайти собі хорошу вакансію, от приїхати з України, можливо, без освіти, без мови, і отримати гарну вакансію? Чи перед цим треба декілька років пожити все ж там у Польщі і знайти щось? Для того, щоб знайти хорошу вакансію, необхідно, звісно, що... Хорошо говорить на польском, потому что очень редко люди без знания языка сразу попадают на хорошую работу. Мне просто повезло, потому что мой парень работал уже на фирму, и он попросил, чтобы мне дали менее тяжелую работу. График, конечно, меня не устраивал, потому что день-ночь, но тем не менее я справилась с обязанностями, которые мне предоставили. То есть я должна была сначала пройти обучение, это неделя, а после этого обучения они решали, подхожу ли я на это рабочее место. Мне сразу объяснили, что я должна делать, как я должна делать, отношение было хорошее, я все сразу схватила на лету, склонности к языкам у меня есть, поэтому я даже начала немного говорить, и меня решили оставить. Но это была хорошая работа, но хочу сказать, по примеру моих знакомых, не все люди сразу попадают на хорошую работу. И иногда пару месяцев для того, чтобы адаптироваться к ценам, адаптироваться к тому, какая ситуация, сколько люди зарабатывают, нужно как бы немножко пожить на данный больше. Ось, наскільки я знаю, ти ділилася зі мною інформацією, що твій хлопець навіть перший раз, коли їхав, потрапив у халепу, теж залишився без роботи, яку йому обіцяли. Як це було і як він з цього виходив, з цієї ситуації? Да, фирма посредники в Николаеве. Девушка нам обещала, что будут очень хорошие условия жилья, хорошая работа и что предоставят бесплатную форму, все будет хорошо, будет страховка. Но это был первый раз, когда мой молодой человек поехал в Польшу. Но когда он приехал, он мне позвонил с вокзала и рассказал такую ситуацию, что я приехал, здесь 16 человек живут в комнате, здесь бегают тараканы, а на работе вообще не платят денег. Он проработал там пару дней, с него хотели снять деньги за форму, с него хотели снять деньги за страховку, которую ему бы так и не предоставили. Вот, абсолютно хотели обмануть. Естественно, что благо, что он не проработал там больше 2-3 дней, он собрал вещи и решил, что там не будет жить. То есть, как бы это очень частая практика среди
посредников в Украине обманывать, говорить то, чего нет. Потому что на самом деле показывали очень красивые фотографии жилья, и что работа очень чистая, комфортная, удобная. Но на деле оказалось абсолютно все другое. Причем была заплачена очень хорошая сумма за те документы, которые считаются бесплатными в Польше. Как обычное приглашение, оно считается бесплатным. Uh-huh. А мы заплатили хорошую сумму первый раз за этот документ. Тобто не можна бути готовим до того, що може так статися, так? Що розказують все гарно, а на ділі потім виявляється, що не так все і чудово. Ми про це трошки поговоримо пізніше з нашим гостем, про те, як перевірити, можливо, агентство на те, чи правду вони кажуть. Хотілося тебе ще запитати, ти вже декілька років живеш. Як взагалі відносяться поляки до українців-заробітчан, які приїжджають і вже декілька років живуть, можливо, і говорять українською? От яке ставлення? На самом деле очень много поляков нехорошо относятся к нам, потому что они считают, что мы, что наши народы должны общаться, наши народы должны быть друзьями, очень много помогают. На самом деле ко мне было очень хорошее отношение, сразу мне все помогали выучить язык, сразу все помогали объяснить все трудности работы, чтобы я все понимала. То есть ко мне хорошее было отношение у моих знакомых, также у меня не было проблем с поляками вообще. То есть, как бы, все позитивно настроены, потому что они так же самое выезжают в Германию, в Англию на заработки. Они понимают, как это сложно работать за границей, когда нет рядом родных, и ты хочешь заработать денег, чтобы помочь семье или просто чтобы купить себе квартиру. Угу. Тобто ставлення, те, що розказують, що ставлення до заробітчан погане, то все таки міф, і це, не варто сприймати, це, можливо, всіх по-різному, так? Ну, не всегда есть люди националисты, и они есть в любой стране, которые негативно воспринимают приход людей из других стран в свою страну, но это редкость. Хочу тебе спитати, ось, наприклад, міф, що українцям платять менше, ніж полякам. Чи це правда, чи ні? Яка взагалі середня зарплатня серед поляків, серед українців? Там. Нет, на моей работе, то есть как бы на тех работах, которых мне приходилось работать в Польше, мне не случались такие, мне не было таких случаев, чтобы платили меньше, чем полякам. Платилось всем, то есть платится абсолютно всем поровну, поскольку это законодательством не разрешено. То есть нельзя ущемлять людей из другой национальности в зарплате или в каких-то правах. Это очень жестко контролируется органами. И если человек, украинец, очень хороший совет могу сказать, что если украинец заметит, что поляку платят больше или к поляку относятся лучше, то он может обратиться в правоохранительные органы, где примут меры, и люди получат огромные штрафы или даже могут сесть в тюрьму на какой-то небольшой, но все-таки срок. То есть это очень серьезно к этому относится. Там все суворо, так, с цим. Добре, наступне таке, міф, працювати в Польщі можна, маючи будь-яку польську або шенген-візу, а також запрошення на роботу в Польщу обов'язково має бути платним. Має бути, да, приглашение обязательно должно быть, несмотря ни на что, даже если человек едет по визе биометрического паспорта, то есть как бы без визы по биометрическому паспорту, обязательно должно быть приглашение, потому что полиция на улице обязательно спросит у вас документы, и если у вас не будет данного приглашения, могут возникнуть проблемы разного характера. Этот документ подтверждает, что вы приехали на заработки, и вы не просто здесь находитесь, а официально находитесь здесь. Потому что без данного документа, действительно, многих людей забирали в полицию и депортировали. Это очень серьезно. Угу. И еще такий миф, еще один. Знайти хорошую работу в Польше без знания польской мовы неможливо. Это миф, потому что когда я приехала, абсолютно не знала язык, но в течение 2 месяцев уже происходили небольшие изменения, что я могла говорить уже словосочетаниями. После полугода я уже могла свободно говорить предложениями. Да, грамматические ошибки я допускаю и по сей день, но я уже могу свободно говорить. Но украинцы приезжают большим количеством сюда, и они все не умеют говорить, и все находят себе работу. Это на самом деле миф, но со знанием языка будет более высокооплачиваемая работа. Угу. Ну, дякую. Тобі розібрали найпоширеніші такі міфи, що ходять по сайтам, тому що читала, люди там взагалі в паніці. І давай так коротенько підрезумуємо все. Можливо, від тебе декілька порад, як не потрапити до лап шахраїв за кордоном і влаштуватися все ж на гарну роботу і отримати те, чого бажаєш. Я бы хотела посоветовать всем украинцам. Первое, самое важное, это найти работу
через знакомых, либо по отзывам, чтобы было очень много положительных отзывов. Это очень важно, слушать мнение других людей. Второй очень важный совет. Если вы все-таки попали на работу в Польшу, вы сомневаетесь, вы через посредника устроились и не знаете как, в первый рабочий день познакомьтесь с какими-то людьми из нашей страны или из Беларуси и спросите, хорошо ли платят, хорошо ли относятся, как вообще происходит момент того, что застрахованы ли вы. И когда вы знаете мнение от людей, которые уже проработали месяц, два, три, вам будет более спокойно, вы будете знать, чего вам ожидать далее. Это очень важно, спрашивать мнение других людей на работе. Очень важно быть коммуникабельным, со всеми пообщаться. И это самое важное, это самый главный совет. Просто узнавать у других людей. По-другому очень много обманывают, и, к сожалению, от этого нельзя себя обезопасить. Дякую тобі, дякуємо Олександрі за такі поради, і вони дійсно, думаю, будуть влучні для всіх. Бажаю тобі гарного дня, знаю, що сьогодні тобі ще бігти на роботу треба. Дякую, що поділились з нами порадами.